поделюсь с вами таким опытом. Когда-то заливал я, вот был жидким стеклом, эта панелька мне подарили маленькая, 30-ваттная. Вот я был заливал, у меня было выгнуло. Лежала она полгода просто вот так вот. Вот так лежала, и оно было чуть меньше отогнуто. Блин, страшно, чтоб не лопнуло. Наверное, подогреть надо. В общем, отошло. Отошло, вроде бы эти элементы не лопнутые. Она работает, проверял, подключал ее. Вот, но сегодня вот появились, я вот смотрю, вот сейчас вот, вот такие штучки. Как будто бы полопали элементы, но на самом деле, я так смотрю, что элементы не лопнутые. Это просто как бы лопнуло стекловолокно, это не волокно, а, ой, это как бы там воздух вот появился, отслаивается оно внутри. В общем, такая вот история. Видимо, за маленький слой, вот тут где-то, блин, 3 миллиметра вышло, чуть мало. Если бы я залил полную рамочку, наверное, было бы постабильней. И тут на уголках какие-то вот так вот, блин, не знаю, блокады, блокировки поставить. Ну, короче, вот такой вот опыт, но она работает.